Доброе утро, друзья! Вы наверняка уже проснулись. Отправляйтесь на кухню, потому что у меня есть к вам творческое задание. Посмотрите, что творится. Я имею в виду не за окном, а вообще в вашей жизни. Завтрак. Завтрак приключился сегодня. И это залог того, что вы до обеда точно не захотите кушать. Давайте посмотрим, что сегодня у нас в меню. Головка белого лука у меня здесь прямо сейчас. Масло раскаляется, вы уже видели, что я его положил. Что еще? Еще есть капуста. Очень давно думал о вкусе той самой замечательной квашеной капусты. Решил сегодня, что я никуда от этого вкуса не денусь. И решил, что блюдо сегодняшнее будет как раз капустным. Лучок беленький я выбрал, потому что он не такой остренький. На нем мы обжариваем, ну, в общем, даже не обжариваем, просто нагреваем лук. И фактически сразу масло берет в себя вкус лука. А мы в это время добавляем капусту. Капуста квашеная, промытая и освобождена от воды. То есть она у меня немножечко полежала в дуршлаге. Все, в общем, вот так вот. Угу. Лучший способ довести капусту до состояния не хрусткости, а как раз именно такого нежного вкуса, это, конечно, пожарить ее вместе с луком. В это время, это же еще не все. На самом деле, у нас должны получиться в результате, ну, кармашки или трубочки, в общем, как захотите, но нужен лаваш. Вообще, вот такая еда, трубочки с лавашом, там, или не знаю, может быть, даже не совсем трубочки. Сначала вот так. А потом вот так. Очень универсальная вещь. Я про то, что пользоваться ими весьма удобно. Ну и, в общем, это несказанно вкусно, если честно. Почивал своих гостей, знаю, как они на это реагируют. В общем, плохого не посоветую. Три заготовки и еще три. Будем думать, что мне этого будет вполне достаточно, такое количество начинки. Хотя, в общем, не знаю. Да, еще вот что, небольшое количество масла на противень, и духовка у меня уже в хорошем состоянии. Ну ладно, остается размазать маслице по противню и не проследить, чтобы вот здесь все было нормально. Вот так. Еще чуточки зелени не хватает. Вот мне кажется, что зелень здесь будет очень даже хороша. Хотя, в общем, знаете, скорее всего, можно даже и острый перчик добавить. Но его я добавлю уже в готовую начинку, когда капуста как следует обжарится. Итак, острый перчик. Есть достаточно. Зелени чуточку. Чуточку зелени для общих вкусовых ощущений. Это не нужно. И тогда начинку можно считать вполне себе готовой. Вот так. Все, фактически все ингредиенты. Это я сдвину. Это я еще раз перемешаю. Вполне нормально. Закладываем все вместе. Еще разочек перемешиваем. И можно формировать уже самые первые, ну, может быть, трубочки, может быть, карманчики, я не знаю. Складывать можно абсолютно произвольно, друзья мои. В этом я уже точно убедился. Итак, смотрите, что происходит. Так, мне нужна ложечка. Угу. Первая. Так. Как это сделать? Наверное, вот так. Вот так. Видите, как обмякла капуста? Это знак того, что уже все хорошо. И теперь мы все это дело скручиваем, закручиваем. Вот так немножечко приминаем и вот так вот немножечко укладываем. Все. До той поры, пока не кончится вся начинка, вы должны быть увлечены этим занятием. Итак, тем, кто очнулся, напоминаю, мы с вами трубочки эти самые замечательные, в общем, ну, как-то там скрутили и с начинкой совладали. Сейчас я их слегка. И куда? В духовку. Духовка разогрета на 200 градусов, на 200 с конвектором. Маленечко подождем, а потом будет такая вкуснятина, ребятки.
Ну что, друзья, лаваш зазолотился, это означает только одно. Готово! Поэтому я аккуратненько выкладываю свои трубочки с капустой вот так вот в абсолютном порядке. Хорошо, две останутся на противне. Мне же лучше будет. Слушайте, с горячим чаем будет очень даже хорошо. Слушайте, ароматы. Это вам не пирожок с капустой. Ну что, пробуем, друзья мои? Первое и главное, за что отмечаю вот этот вкус, резкость, неординарность, не абсолютное удобство. Такая трубочка вполне может поехать с вами на работу, друзья мои. Сева Мокин все это время был с вами, друзья, наверняка увидимся. Пока!